Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим слуховой динамик на iPhone 5C. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Отщелкиваем дисплейный модуль от корпуса. Открываем. Откручиваем 4 винтика. И последний. Убираем металлическую защиту в сторону. Отщелкиваем шлейфа от печатной платы. Раз, два, три. Теперь необходимо открутить слуховой динамик от дисплейного модуля. Вынимаем металлическую защиту. И вынимаем теперь динамик. Берем новый динамик. Теперь его необходимо прикрутить. Если на вашем аппарате не работает слуховой динамик, вероятность, что это проблема в динамике, примерно 60%. Также это может быть проблема попадания влаги, либо проблема на печатной плате. На данном уроке мы покажем, как вам заменить слуховой динамик. Прикрутили. Теперь необходимо установить дисплейный модуль. Для этого подключаем 3 шлейфа к печатной плате. Установили. Устанавливаем металлическую защиту. И прикручиваем ее на 4 винтика. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Теперь защелкаем дисплейный модуль. И закручиваем два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.